Здравствуйте, вы смотрите программу Freedom Life на информационном портале ГГУЗ Медиа и слушаете нас на волнах Просто Радио. Сегодня мы поговорим о молодежной политике в Гагаузии и о реальных перспективах в этой области. В 2016 году Всемирная организация здравоохранения изменила критерии, по которым определяются возрастные группы людей. К молодым людям теперь относятся граждане, чей возраст составляет от 18 до 44 лет. Это очень большая группа населения. И что предпринимает государство и неправительственные организации в этой области для того, чтобы жизнь этих людей соответствовала условиям современной жизни, мы поговорим сегодня в нашей программе. Сегодня наши гости Сергей Якименко, молодежный тренинговый центр «Урбан Центр» в Камрате, начальник главного управления молодежи и спорта Гагаузии Максим Болгар и Елена Мина, координатор молодежных программ Центра «Проеврова». Здравствуйте, приветствую вас у нас в студии. Ну, Максим, у меня будет первый вопрос, естественно, к вам, потому что вы отвечаете за эту отрасль в Гагаузии. Каковы планы и что делает реально управление молодежи и спорта в области молодежной политики? Ну, реально, помимо проведения плановых календарных мероприятий на региональном уровне, мы сегодня запустили ряд направлений, где необходимо нам просто сегодня привести в соответствие нормативно-правовую базу, которая бы регулировала взаимоотношения и вообще регулировала бы выстраивание молодежной политики у нас в регионе. Потому что на национальном уровне был принят в конце прошлого года новый закон о молодежной политике Республики Молдова, где, кстати, молодой человек теперь в Молдове считается от 14 до 35 лет. Если раньше было 18-30 лет, то теперь 14-35 лет в Молдове, согласно закону о молодежи. Плюс в Молдове на национальном уровне несколько раз уже принимались стратегии, молодежные стратегии. А в Гагаузии у нас, к сожалению, до недавнего времени никто этим делом не занимался. Наш закон о молодежной политике Гагаузии 98 года. С 98 года уже несколько раз менялись, принимались стратегии на национальном уровне, законодательство менялось, постановления правительства менялись, которые регламентировали те или иные взаимоотношения государства и молодежи. Поэтому на этом этапе мы практически уже приняли, разработали, рабочая группа разработала новый проект закона о молодежной политике в Гагаузии. Мы на стадии разработки завершения уже стратегии развития молодежной политики Гагаузии до 2020 года. Все это у нас будет гармонизировано с национальным законодательством, потому что сегодня, без, не имея каких-либо нормативно-правовых документов, очень тяжело реализовать те или иные политики в области молодежи. Вот первая задача – это привести в соответствие и принять, создать хорошую нормативно-правовую базу для молодых людей, для молодежи, чтобы она не противоречила ни национальному законодательству, и международным стандартам. Вы говорите о вопросах, которые касаются, ну, глобального характера для Гагаузии, я бы сказал, если можно применить такой термин, потому что разработка политик – это все же не конкретные действия, но это та методика, которая бы помогла бы молодежи реализовываться или получать те или иные услуги, которые предоставляет государство. Но если мы будем говорить о реальных действиях? Реальные действия, это, ну, управление называется управление молодежи и спорта, да, все это идет как бы практически рядом. Молодежные мероприятия, которые проводятся, сегодня мы стараемся охватить как можно больше молодежи. Ну, все знаете, да, что мы ежегодно проводим региональную летнюю школу Гагаузии автономии молодежи, где представители большинства населенных пунктов Гагаузии принимают в ней участие. Это хорошая, уникальная площадка для молодых людей в течение недели общаться со своими сверстниками, плюс еще с теми молодыми людьми, которые наши выходцы из Гагаузии, учатся в других вузах России, Турции, европейских вузах. Они приезжают когда летом на каникулы, то есть это вот одна из площадок. Ну, следующая площадка, это был создан, воссоздан, да, реанимирована деятельность молодежного правительства Гагаузии, которое является таким вспомогательным и консультативным органом при исполкоме Гагаузии, при Башкане Гагаузии. Этот институт, да, общественный, мы тоже запустили. У нас сегодня стоит, как раз мы на пороге, да, уже Новый год, и ряд мероприятий, заставлен план мероприятий, которые будут проводиться совместно и с Камратским госуниверситетом, так как там сегодня большинство молодежи обучается, и с нашими партнерами мы будем также реализовывать, проводить
те политики, но в первую очередь возвращаясь обратно к нормативно-правовой базе. Должна быть и стратегия, должен быть и закон, чтобы можно было легально на государственном, региональном уровне решать те проблемы, с которыми сегодня сталкиваются молодые люди. Поэтому без четкого регламентирования, регулирования взаимоотношений по оказанию каких-то услуг и по поддержке молодых предпринимателей, это все для этого должна быть нормативно-правовая база, чтобы иметь возможность бюджетные средства, внебюджетные средства выделять для молодежи. Максим, еще один вопрос, и жду от вас короткий ответ. Как складывается взаимоотношение управления молодежи и спорта с непредставительными организациями? Очень хорошо складывается, сотрудничаем, открыты в сотрудничестве и со средствами массовой информации, и с неправительственными организациями, вот с коллегами мы сотрудничаем по ряду мероприятий, проектов, где-то совместные, где-то нас приглашают в качестве участников, как и экспертов, и поэтому готовы сотрудничать со всеми и сотрудничаем и при желании неправительственных организаций. Сергей, ваш тренинговый центр, вот и тот опыт, который вы уже приобрели, работая в Гагаузии, на ваш взгляд, какие сегодня должны быть основные приоритеты со стороны, к примеру, даже управления молодежи и спорта для того, чтобы жизнь молодежи стала интереснее у нас в регионе? Я думаю, основным приоритетом для молодежного правительства должны быть, наверное, приоритеты самой молодежи. Те цели, к которым они стремятся, те проблемы, которые есть у молодежи, и, наверное, те методы, которыми можно достичь молодежи. Это может быть спорт, это их интересы. На сегодняшний день есть тенденция у молодежи быть очень много в интернете. Может продумать какие-то проекты, которые помогли бы достигать их и в этом направлении. Ваш центр пользуется сегодня спросом у молодых людей, и есть ли потребность у молодых людей в том, чтобы получить какие-то дополнительные навыки? Однозначно есть потребность, и центр пользуется интересом. У нас на сегодняшний день есть 200 молодых ребят, которые посещают наш центр каждую неделю. Они приобретают навыки, которые можно использовать в жизни. Это навыки, которые помогают интегрироваться в общество, находить, открывать какие-то новые знакомства. Насколько успешны ваши программы и как могут молодые люди, которые проходят их у вас в центре, их применить в практической жизни? Программы, сложно говорить в общем о всех программах, потому что программы очень имеют иногда тенденцию меняться. Если программа не успешна, мы стараемся ее или переделать, пересмотреть, что идет, что не идет. В общем, те программы, которыми мы на данный момент сегодня пользуемся, они успешные. Успешные, потому что есть ряд индикаторов, по которым мы ориентируемся, на которые мы смотрим, и стараемся эту планку держать. Елена, Центр ПРОЕвропа – одна из самых активных организаций в регионе и с самого начала своей деятельности в том числе и реализует молодежную политику в области межкультурного обмена. На сегодняшний день, на ваш взгляд, достаточно ли сегодня власти уделяют внимание молодежи в Гагаузии? И если нет, то что они должны сделать в первую очередь? Я думаю, что с каждым годом внимание властей в отношении молодежного сообщества в Гагаузии возрастает, и конкретные мероприятия достаточно визибельны и показывают, что эффект есть, и молодежь вовлекается. Но если мы будем говорить непосредственно о нас, о Европейском центре ПРОЕвропа в Камрате, как неправительственной организации, то я хотела бы отметить, что мы являемся, в свою очередь, такой альтернативной платформой, которая предоставляет молодежи Гагаузии дополнительные возможности, альтернативные возможности в рамках контекста от Европейского Союза. В приоритетах нашей организации на сегодня существует
такие направления, как развитие европейского сотрудничества в области молодежной политики. Мы работаем активно в области социальной интеграции молодежи, социально уязвимой молодежью региона. Также предоставляем для них возможности в плане образовательных программ, которые позволяют ребятам развиваться не только на национальном или региональном уровне, но и на европейском уровне. Когда вы говорите об альтернативных возможностях, вы имеете в виду альтернативные возможности с точки зрения того, что вы реализуете какие-то программы, связанные с продвижением европейского курса, в контексте того, что большая часть населения Гагаузии, к примеру, отдает предпочтение другому вектору развития? На самом деле я поэтому и сделала акцент на том, что мы являемся неправительственной и неполитической организацией, то есть мы альтернативная платформа, и каждый молодой человек, проживающий в автономии, может либо воспользоваться возможностями, которые мы предоставляем, либо нет. Это его право выбора. Наша задача — создать максимально хорошие условия для развития молодежного сообщества, предоставить максимально разнообразные возможности как в области социальной интеграции, как в области развития социальной активности молодежи, в области волонтерства, трудоустройства и так далее, либо это межкультурные обмены. То есть мы такую цель преследуем. И, естественно, я думаю, что каждый молодой человек вправе делать свой выбор и пользоваться или не пользоваться этими возможностями. Как у вашей непрофессиональной организации складываются взаимоотношения с органами власти, будучи альтернативной платформой? Я оцениваю это сотрудничество, этот контакт достаточно положительно, потому что у нас есть совместные проекты как с Главным управлением образования Гагаузии, так и с Главным управлением по делам молодежи и спорта и с другими управлениями. И на самом деле коллеги всегда идут навстречу, содействуют, помогают, участвуют, вовлекаются в различные мероприятия, будь то, допустим, социальные акции какие-то, либо это конкурсы, либо продвижение межкультурного диалога. То есть зависит конкретно от проекта. У нас достаточно много проектов на сегодняшний день, которые очень актуальны для молодежи, и ребята могут участвовать в них, узнавать что-то новое, развивать определенные компетенции свои и так далее. То есть диалог с местными органами власти на самом деле очень плодотворный и интересный, продуктивный, и это очень радует на самом деле. Максим, в данных обстоятельствах, которые сегодня есть у нас в государстве и в автономии, молодежь, в принципе, нуждается в первую очередь в рабочих местах. И мы знаем, что эта проблема есть, но и это не тема нашей программы. Но в условиях этой ситуации молодежи нужны какие-то дополнительные навыки или возможности. То есть я имею в виду, что какие-то социальные центры, которые будут помогать профессиональной ориентации молодежи или помогать с возможностью трудоустройства. А в этом направлении что предпринимает исполком Гагаузии и, в частности, ваше управление? Ну, конкретно исполком, вы, наверное, знаете, что мы работаем, во-первых, над тем, чтобы абитуриенты поступали в Камрадский госуниверситет, начиная с этого, чтобы они не уезжали за пределы Республики Молдова, пусть это будет ближнее зарубежье, дальнее зарубежье. Позиция этого состава исполкома и руководства Гагаузии, чтобы молодые люди поступали в Камрадский госуниверситет или в учебное заведение Республики Молдова. Это раз. А следующее, ну, уже те, которые поступили, приняли решение поступить в заграничные вузы, вы знаете, что и видите, руководство Гагаузии, где бы ни находилось в заграничной командировке, везде старается встречаться в вузах с теми нашими земляками, да, студентами, которые учатся в других вузах, пусть это будет в Турции, в России, в других государствах, и всегда руководство Гагаузии призывает вернуться, возвращаться обратно к нам. У нас сегодня политика исполкома такова, что мы принимаем специалистов, которые окончили обучение в иностранных вузах, но возвращаются к нам, мы берем их с большим удовольствием на работу в структуре исполкома Гагаузии. Тому пример только управление внешних связей, управление экономики, управление молодежи и спорта. То есть
Мы стараемся, имея возможность сегодня на все вакансии, на государственные должности, где есть вакансии, мы приглашаем и берем на работу молодых специалистов. Насколько с большим желанием молодые люди идут на эту работу? Потому что она не высокооплачиваемая. Да, 2-3 тысячи лей – это сегодня очень маленькая заработная плата в системе госслужбы. Да, но в то же время мы даем возможность, и молодые люди должны с чего-то начать. Поэтому это вот в этом направлении. Плюс мы еще способствуем тому, чтобы молодые люди устраивались. Мы же всех не можем исполкомов устроить. Вот. Поэтому и не все специальности подходят для государственной службы. Поэтому там, если нужно где-то устроиться на предприятиях, то есть мы подключаемся, и лично Башкан подключается, и мы способствуем тому, чтобы молодые люди возвращались и устраивались. Более того, мы, это уже, наверное, больше к экономическому блоку коллегам моим, но мы запускаем сейчас несколько проектов, и по запуску конкретно нашего промышленного парка в Камрате есть очень крупные проекты, и совсем недавно было проведено анкетирование, сколько у нас рабочей силы в регионе, и совсем скоро будет запущен серьезный проект, и нам нужно будет очень много молодых людей, специалистов, которые будут работать с так называемым, да, якорным инвестором, который готов вложить огромные средства в развитие этого нашего промышленного парка, который будет в Камрате. Поэтому и в этом направлении мы проводим работу для молодых специалистов. Сергей, ваш центр может сегодня предложить что-то молодым людям для того, чтобы увеличить их конкурентоспособность на рынке труда? Да, наш центр также предоставляет альтернативную форму образования. И одним из направлений нашего центра – это преподавание курса «Подготовка к успеху». Проблема молодежи на сегодняшний день в том, что им сложно определиться из-за того, что финансовое, политическое, может быть, состояние страны не совсем понятное, где-то это отражается и в тенденциях молодых ребят на сегодняшний день. И большая часть молодых ребят на сегодняшний день, они не знают, куда им пойти учиться, не знают, какое учебное заведение выбрать, не знают, кем работать в будущем. Подготовка к успеху – это курс, который предлагает практические навыки, которые им помогают в том, чтобы открыть свои сильные и слабые стороны. Когда они их открывают, мы им предлагаем в рамках курса подготовки к успеху профориентация. Они говорят о предпочтительных профессиях, которые они могут приобрести. Также, что немаловажно, вторая часть подготовки к успеху – это навыки. Навык управления временем, навык управления финансами, навык управления эмоциями, что ценится в большинстве профессий. Вот вы отметили один аспект о том, что сегодня молодежь при выборе будущей профессии или места обучения для них трудно сориентироваться. С чем вы это связываете? Здесь кто не дорабатывает? Ну, понятно, что непрофессиональные организации образуются для того, чтобы занять ту нишу, которую не выполняет государство. Поэтому мой вопрос как бы вполне уместен в вашем контексте вашего ответа. Сложно быть судьей в таком вопросе. Мне кажется, здесь комплексный подход должен быть. Это зависит и от воспитания, это зависит и от учебно-образовательной системы, и, наверное, от самих ребят. Елена, одна из программ вашего центра – это возможность для молодых людей, я знаю, побыть и увидеть жизнь в одной из стран Евросоюза. Вот те впечатления, которыми делятся наши молодые люди после приезда, и вы общаетесь с вашими коллегами, которые принимают наших молодых людей, отличаются ли они от молодых людей, которые родились и живут в странах Европейского Союза? Я, наверное, скажу так, что как из личного опыта общения с молодыми людьми из разных европейских стран, так и конкретные примеры тех ребят, которые побывали в Европе, скажу, что ребята мало чем отличаются друг от друга, потому что европейская молодежь, что ребята из Гагаузии, из Молдовы в целом, у них одни и те же потребности, одни и те же проблемы, одни и те же актуальные для них вопросы в разные возраста, включающие молодежь.
Тем не менее, наши программы, особенно межкультурные обмены, они позволяют ребятам развивать себя в различных направлениях. То есть это, допустим, не только личностный рост или не только профессиональный рост, но и дополнительные компетенции, такие как межкультурный диалог, межкультурные компетенции, которые позволяют ребятам, к примеру, узнавать, что такое дискриминация, что такое конфликт между людьми разных национальностей. И они обучаются конструктивным методом, как либо избежать эту дискриминацию, либо разрешить возникающие конфликты. И те ребята, которые возвращаются из-за границы, они говорят, то есть их отзывы свидетельствуют о том, что участие в таких программах несет положительный эффект для них, как в личностном росте, так и для их сообщества, в котором они находятся. Потому что дети, которые ездят, к примеру, в Швейцарию, они по возвращению в своем сообществе, в своем классе или среди друзей, или одноклассников, сверстников, они проводят различные информационные сессии, где могут поделиться тем опытом, который они приобрели там. И таким образом они не только вовлекают в процесс ребят, но и позволяют нашим ребятам, которые развиваются здесь на локальном уровне, как бы мотивироваться к участию в таких мероприятиях, в таких проектах и работать над собой, развивать себя в разных направлениях в контексте неформального образования, потому что наши ребята проводят очень много времени в школе, в учебном заведении, а проекты, которые предоставляет Центр ПроЕвропа, они чаще предусматривают неформальное образование, то есть это различные тренинги, это различные упражнения, мероприятия, которые развивают дополнительные компетенции вне рамок школ. Елена, межкультурный обмен предполагает не только то, что наши ребята живут там несколько месяцев в странах Евросоюза, но и приезд молодых людей из Европейского Союза сюда. Вот каковы впечатления ребят, которые приезжают из этих стран, о том, чем у нас занимается молодежь и о том, какие возможности для молодежи? На самом деле существует, на сегодняшний день существует очень известная программа, программа Erasmus, которая продлится до 2020 года. И в рамках этой программы существует несколько направлений, несколько ключей. Одно из которых является EVS, это программа Европейская волонтерская служба, в рамках которой ребята из разных европейских стран, молодые люди, могут приезжать к нам на волонтерскую службу, начиная от 2 месяцев до года, по-моему, если не ошибаюсь. И ребята, которые приезжают волонтерами к нам, им интересно находиться здесь, потому что они, кстати, вот к тому же вопросу, чем они отличаются, они, наверное, все-таки отличаются больше немножко раскованностью, в отличие от наших ребят. Может быть, потому что у них там больше возможностей для развития, и поэтому они более раскованные. И им интересно здесь узнавать культуру, местные традиции, кухню. Они очень вовлекаются в различные мероприятия, то есть помогают в организации, подают различные идеи. На сегодняшний день у нас есть волонтеры из разных стран, которые достаточно активны, очень хорошо контактируют с ребятами, у них очень дружеские отношения, общение и так далее. То есть, по крайней мере, из того опыта, что у меня есть в плане общения с волонтерами из других стран, положительный, и это говорит о том, что это полезно. Полезно как для них, так и для нас, для наших ребят. Наши ребята, в свою очередь, знакомятся с людьми из разных точек мира, и, соответственно, они могут налаживать контакты с любым человеком, учитывая технологии. И, в свою очередь, заканчивая, допустим, учебу здесь, они могут поехать в гости, в ознакомительные визиты, на отдых или устроиться профессионально в другой стране и так далее. Языковой барьер, он, безусловно, существует. Вот из вашей практики. Ну, понятно, что у нас молодежь сейчас ориентирована на изучение английского языка, и, наверное, им проще. Представители европейских стран, которые приезжают сюда, насколько владеют, к примеру, русским языком или молдавским языком? Они с удовольствием изучают русский язык, молдавский язык.
те волонтеры, с которыми я поддерживаю общение сегодня, очень хорошо общаются на молдавском языке, что, с одной стороны, странно, с другой стороны, очень интересно. У них, конечно, своеобразный акцент. Я говорю, почему это странно, потому что часто сталкиваешься, к сожалению, что ребята учатся в школах 9-12 лет, и не всегда они знают молдавский язык хорошо. А волонтеры, у них, когда они приезжают в нашу страну, у них есть курсы, я знаю, по-моему, 3 месяца или полгода, и за вот эти, за этот период времени они очень интенсивно изучают язык, ну, и очень хорошо общаются и применяют. И им нравится, это видно, что они с удовольствием общаются. То же самое касается русского языка. Максим, возвращаясь к той информации, которую я озвучивал в начале программы, о том, что по критериям Всемирной организации здравоохранения сейчас молодежь — это люди от 18 до 44 лет. Вот в процессе, когда управление молодежи и спорта сейчас разрабатывает новый закон о молодежной политике в Гагаузской автономии, будут ли учитываться эти рекомендации и критерии, которые разработаны в ВОС? Будут учитываться национальное законодательство. Молодой человек, и как и в Молдове, мы живем в Молдове, так и в Гагаузии, да, будет считаться от 14 до 35 лет. Нет в этом смысле, то есть нет смысла идти, допустим, это рекомендации Всемирной организации труда, а национальное законодательство на то есть, как бы, и у нас есть суверенитет, и свой парламент, который принял решение, что молодой человек является в Молдове 14-35 лет. Мы предложим аналогично, уже народное собрание будет принимать, наши представительные законодательные органы будут принимать, утверждать этот закон, поэтому... Но я думаю, что, ну, точно не до 44 лет в Гагаузии нужно признать молодыми людьми. Как бы, ну, это будет, наверное, как-то... Ну, у меня возникает вопрос, тогда чем мы отличаемся от других людей, живущих в других точках земного шара, но как бы суть сейчас не в этом. Закон о молодежной политике 98 года, который был принят в Гагаузии, башкаром тогда был Георгий Дмитриевич Табунщик, он предполагает, допустим, такие моменты, как социальная поддержка молодежи в области, допустим, жилищной политики. Но мы знаем, что этот закон не работал. Это положение на протяжении вот уже 10-20 лет после принятия этого закона. Вряд ли мы найдем пример какого-то молодого человека, который получил, допустим, жилье благодаря там, усилиям властей. Как будут реализованы эти гарантии в новом законе? И есть ли финансовое обеспечение нового закона или проекта, или идеи этого нового закона? Ну, более того, в том законе еще было и предусмотрено финансирование, кредитование государством молодых предпринимателей. Да? Вот, ну, сегодня мы от этой идеи не будем отказываться, от этой идеи, но через реализацию политик в области экономики для поддержки молодых предпринимателей. У нас сегодня, кстати, вот совместно Европейский Союз по программе САРТ сегодня дает возможность, хорошую возможность молодым предпринимателям, бизнесменам, в том числе из Гагаузии и Староклеи, участвовать и получать гранты, грантовую поддержку для развития своего малого дела, своего бизнеса в областях, каких хочет. Да? Сегодня уже опубликовали список, несколько уже жителей Гагаузии и Тараклии. По-моему, двое из Тараклии и 12, по-моему, из Гагаузии стали первыми, скажем так, получателями первого транша, первых грантов вот именно из этой политики, из этой программы по линии САРТ. Скоро будет совсем новая программа, конкретно тоже от Евросоюза, но уже только чисто для Гагаузии. То есть и там совместно с региональными властями молодые люди смогут получать поддержку в реализации своих планов, идей, целей в бизнесе. Пусть это будет малый бизнес, там средний бизнес, но вот с учетом, мы же сегодня должны быть реалистами и должны понимать, что бюджетные средства мы не можем вкладывать в развитие какого-то бизнеса, пусть это будет даже молодой, не молодой. Да, я думаю, что вы согласитесь о уместности моего вопроса, потому что закон с 98 года предполагал ряд моментов, они не были реализованы, они не работали, поэтому ну, возникает очень много вопросительных знаков, то есть новый закон будет так же работать или он так же ляжет на полку, как и закон? Для того, чтобы он не лег на полку, для этого нужно, чтобы
те, кто его принимают, несли ответственность, те, кто будет его принимать, ну и разработчики, соответственно. Поэтому до принятия этого закона мы будем проводить и фокус-группы в крупных населенных пунктах, и публичные чтения с участием неправительственного сектора, с участием молодых людей, для того, чтобы и молодые люди сами могли внести в эту концепцию этого закона поправки, предложения. Ну и, конечно же, еще пройдет и в Народном собрании, да, несколько чтений. Поэтому политика даже на региональном уровне вот в этой области нужно создавать условия и способствовать для того, чтобы молодые люди могли себя и реализовать, и создать и реализовывать свои программы, идеи, цели. Поэтому государство должно способствовать. Вот в этом нормативном документе мы будем закладывать те политики, которые смогут способствовать молодому человеку себя реализовать в ГГУЗе, не уезжая никуда. Сергей, если государственные органы получают бюджетное финансирование на реализацию молодежной политики, то неправительственные организации остаются наедине с вопросом того, откуда находить деньги на свою деятельность. Ну, я вам дам возможность реплики, Максим. Как изыскиваете вы финансовые средства для того, чтобы реализовывать какие-либо молодежные мероприятия? Угу. У нас по окончанию подготовки к успеху, второй уровень, ребята имеют возможность написать проект, и они участвуют в конкурсе проектов. Вот. И лучший проект, который будет выбран, они получают определенную сумму на реализацию этого проекта. Деньги выделяются из бюджета организации. Вот. У нас есть структура, которая занимается изысканием средств. В основном это партнерские отношения с Министерством просвещения и образования Швейцарии, с непосредственно с Молдавским министерством просвещения и образования, с канадскими министерствами. То есть это грантовые средства, я так понимаю? Для ребят на реализацию проектов, да, это грантовые средства. А чем вы покрываете расходы вашей организации? Сотрудничество с министерствами. То есть за счет грантов? Да. У вас была реплика. Да, небольшая реплика. И с этого года даже ряд неправительственных организаций из Гагаузии включены в список и будут получать 2%. Да, тот самый закон, да, Министерство юстиции опубликовало список. Да, речь идет о подоходном, о 2% с подоходного налога, но чтобы нашим зрителям и радиослушателям было понятно, то эта сумма может варьировать от одного плательщика в пределах 150-200 лей в год. То есть мы не можем говорить о том, что это, конечно, большой прогресс в поддержке неправительственных организаций, но вряд ли эти деньги помогут решить проблемы, которые есть в третьем секторе. Ну, Министерство юстиции, по крайней мере, опубликовало список этих неправительственных организаций. И ну, мы посмотрим, как этот закон будет работать в реальности. Да. Может быть, по ходу дела будут носить туда поправки, изменения, потому что ну, все это в первый раз государство запускает этот механизм, о котором говорили, наверное, последние лет 10. А есть ли какие-то программы по предоставлению каких-то грантов и структуры управления молодежи? Да, с этого года и в первом полугодии, и во втором полугодии нормативная база республиканская позволяет, и само Министерство молодежи и спорта участвует в финансировании социально значимых проектов, микро-мини-проектов, и управление молодежи и спорта в бюджете запланировало эти средства. Это небольшие средства, но в то же время инициативные группы, неправительственные организации в установленной форме будут подавать заявки и смогут через конкурсную комиссию выигрывать. Если их проект будет социально носить социальную значимость, то смогут получать финансирование из регионального бюджета Гагаузии. Это мы запускаем с этого года. Лена, легко ли выживать в условиях, когда неправительственные организации ну, не могут, допустим, конкурировать с финансовой точки зрения с государственными структурами? В то же время большинство неправительственных организаций предоставляют больше услуг, чем само государство в этой области? Конечно, нелегко, но тем не менее, я скажу в частности о нашей организации, в которой достаточно хороший коллектив, сплоченный, который идет к общей цели, и, соответственно, трудности нам удается преодолевать, и результаты радуют с каждым годом все больше. Мы стараемся, несмотря на трудности.
продвигает различные социальные проекты, предоставлять конкретные услуги, если мы говорим о молодежи, то для молодежи. И я, наверное, хотела бы рассказать также, если возможно, о нескольких конкретных проектах в контексте того, как мы работаем с молодежью, и непосредственно рассказать о проекте для социально уязвимой молодежи. У нас с 2013 года действует проект «Профессиональные возможности для незащищенной и социально уязвимой молодежи Гагаузии», в рамках которого мы предоставляем возможность для ребят, которые, допустим, по каким-то причинам не закончили 9 класс. Это могут быть семейные обстоятельства, личные какие-то сложности. Мы помогаем ребятам найти себя, так скажем, посредством предоставления различных консультаций психолога, курсов профориентации, возможности устроиться им на различные профессиональные курсы. Это могут быть курсы повара или парикмахера, или столяра, которые позволяют им сразу после прохождения курсов уже приступить к профессиональной деятельности. И, в частности, наш центр при финансовой поддержке Международного фонда может ребятам помочь приобрести, например, необходимые инструменты или униформу. Также мы для них проводим различные мастер-классы с вовлечением экспертного сообщества. Допустим, если это повара из профессионального училища, то мы вовлекаем человека, который также получил профессиональное образование, но сегодня он успешен на молдавском рынке. Он себя зарекомендовал, он хорошо зарабатывает, он живет в стране и в нашей Республике Молдова. И своим примером он ребятам доказывает, что не обязательно куда-то уезжать, можно развиваться профессионально здесь и хорошо и качественно жить. Также, когда ребята заканчивают курсы, мы можем им посодействовать в трудоустройстве или прохождении стажировки. Это один из таких успешных проектов, который позволяет вот социально уязвимой молодежи на сегодня устроиться в Гагаузии или в Республике Молдова в целом. Вот есть такой конкретный проект. Я все хотела добавить, когда мы говорили о социально уязвимой молодежи. Спасибо. Максим, как складываются взаимоотношения с отраслевым министерством в Кишиневе? Потому что вот там периодически появляется информация о каких-то финансовых возможностях для молодых людей. Ну, естественно, что на уровне республики финансовые возможности другие, чем они в регионе. Ну, с министерством у нас хорошие отношения. Я с министром очень хорошо знаком, но у нас, к сожалению, последние 3-4 года очень часто менялось правительство и министры в том числе. И мы только-только начинали налаживать отношения с одним министром, через 3-4 месяца другой министр. Ну, как бы мы со всеми выстраивали отношения, ну и с министрами, и с двумя замами министерства, и с отделами Министерства молодежи и спорта у нас очень хорошие отношения в плане консультаций, в плане каких-то методологически, потому что все наши спортивные школы Гагаузии проходят тарификацию ежегодную в Министерстве молодежи и спорта, потому что у них есть методический отдел. Ну, так законодательство сегодня. Вот, поэтому у нас взаимоотношения хорошие. У нас проводятся чемпионаты республики у нас в Камрате, например, по видам и по борьбе, и по боксу, да, например. Наши спортсмены ездят на мероприятия, которые проводит Министерство молодежи и спорта, федерации профильные. Поэтому в этом вопросе у нас никаких разногласий нет. Более того, мы сотрудничаем и в законодательной сфере. Когда Министерство молодежи и спорта предоставляло проект закона о молодежной политике Республики Молдова, то есть мы внесли свои поправки, предложения, и они, на удивление, ну, наверное, 98% были приняты, учтены и были внесены поправки перед тем, как правительство передало его законопроект в парламент на утверждение в первом, втором, третьем чтении. То есть, ну, конструктивные сегодня взаимоотношения, поэтому работаем и сотрудничаем. Единственное, что не получилось сегодня в этом году, Гагаузия, Камрат
подавали заявку на участие в ежегодном конкурсе на столицу молодежи Республики Молдова. Но, к сожалению, вот Камрад не смог занять это место. Статус столицы молодежи 2017. Ну, будем пробовать. На а какой из городов выиграл этот конкурс? В этом году Рыбница стала. Они тоже участвовали и вот стали. Последние годом столицей Молдовы, молодежи Молдовы, был в прошлом году Еловены были, ну последние 2-3 года был Кишинев, были и Сороки, и Унгены, то есть... То есть ну, Камрад не мог предложить что, конкурентоспособную программу или мероприятие лучше, чем это предложили в Рыбнице? Ну, наверное, может быть, это связано и с реинтеграции страны, может быть, было дано предпочтение восточным регионам, да, районам. Я думаю, что, скорее всего, именно в этом было предпочтение. Сергей, на ваш взгляд, что сегодня в первую очередь нужно сделать для молодежи, для того, чтобы разрешить те проблемы, которые у нее есть? В первую очередь, наверное, нужно посвятиться. Посвятиться не просто как там может быть абстрактно или лозунгами, а посвятиться, поняв в первую очередь их проблемы и поняв корни этих проблем. И когда ты понимаешь корень проблемы, ты, применяя какие-то инструменты, ты начинаешь понимать, к чему можно идти, что можно предлагать для молодежи. И одним из направлений, которые я вижу, то, что пойдет для нашей молодежи, это создание каких-то образовательных центров, может быть, просто кружков, в которых они будут развиваться целостно. Будут развиваться как физически, как творчески, также получать какие-то для себя уроки о том, как реализовываться в жизни, как работать над своим характером. Вот одно из направлений. Елена, на ваш взгляд, приоритеты, которые необходимы? Добавить. На самом деле мы здесь все присутствующие относимся к категории молодежи. И, наверное, не зря мы работаем с молодежью. Я, пожалуй, нет, если управление молодежью и спорта не принят критерии Всемирной организации здравоохранения. Придерживаться возрастных условностей, на самом деле. И я хотела бы сказать, что мы наверняка очень хорошо чувствуем потребности молодежи, потому что мы тоже относимся к этой категории людей. И, допустим, какие-то мои вопросы и задачи, которые я ставлю перед собой сегодня, одинаковы с молодыми людьми. Может быть, кто-то старше, кто-то младше, но у нас в целом одни и те же задачи, одни и те же цели, устремления, амбиции и так далее. Проблемы и потребности. И я, наверное, опять-таки скажу о конкретных вещах, которые мы делаем сегодня в рамках также наших проектов в центре. На сегодня у нас, кроме нашего центра, есть 3 евроклуба в Гагаузии во всех 3 районах автономии. И на базе этих клубов, которые расположены в учебных заведениях Гагаузии, существует различные возможности, которые ребята могут использовать непосредственно находясь в своем населенном пункте. Допустим, на базе Евроклуба у нас есть доступ к интернету свободный, у нас есть библиотека с литературой по европейской тематике, которую ребята могут использовать в рамках того же факультатива по европейской интеграции, либо использовать в рамках написания там реферата, доклада и так далее, либо просто информироваться в личных целях. Кроме того, на базе Евроклубов постоянно, систематически мы проводим различные тренинги, в рамках которых ребята обучаются написанию проектных заявок, и они участвуют в различных конкурсах грантов молодежных. У нас уже есть хороший опыт, когда ребята лицеев реализовали конкретные проекты именно для своего лицея. И, к примеру, это может быть теоретический лицей имени Эску в Камрате, который команда ребят подали заявку, и в результате они сделали шкафы, индивидуальные шкафы, для того, чтобы оставлять личные вещи в течение учебного процесса. Мы все знаем, что программа в школах сейчас загружена, и ребятам очень сложно постоянно это все носить с собой. И как бы это один из тех проектов, который был реализован непосредственно волонтерами Евроклуба.
Также мы проводим различные дискуссионные клубы по интересующим и актуальным вопросам для молодежи. Мы проводим дебаты, постоянно уже на протяжении 7 лет проводим конкурсы рисунков и эссе. Лучшие работы ребят из Гагаузии попадают в настольный календарь центра. Наверняка тоже о нем знаете и слышали не раз. И все эти возможности мы реализуем при содействии управлений, хотелось бы отметить. Мы очень тесно сотрудничаем с управлением образования, с главным управлением образования и главным управлением по делам молодежи и спорта. Непосредственно Максим Андреевич принимал участие у нас в отборочной комиссии вот этих работ и так далее. То есть это те вещи, которые сегодня мы делаем для молодежи, создаем те условия, чтобы они могли себя развивать, если говорить о конкретике. Максим, а если вот сейчас вы перестанете быть на пару минут начальником управления молодежи и спорта и представьте себя на месте молодых людей. Какие, на ваш взгляд, нужно в первую очередь решить проблемы и расставить приоритеты, чтобы молодежь смогла самореализовываться сегодня? Ну, на мой взгляд, как гражданина, наверное, в первую очередь нужно все начинать с детского сада и со школы, со школьной скамьи. У нас, к сожалению, в последнее время школа или пускай, ну, учебное заведение не в полной мере, на мой взгляд, уделяет полное должное внимание школьникам, лицеистам, да, гимназистам в процессе становления человека как личности, учащегося. Да. У нас, к сожалению, ряд учебных заведений хотели, пожалуйста, было предоставлено 5, 6, 7 лет назад статус лицеев, да, гимназиям, но когда видишь, что ни один учащийся в течение 5-6 лет никто почему-то не пришел в 10 класс, потом в 11-12 класс, но статус лицея, да, и поэтому я считаю, что школа должна взять, точнее, как бы берет, но не в полной мере, не во всех учебных заведениях, но в ряде учебных заведений, не все учебные заведения занимаются конкретным воспитанием. В патриотическом все нормально, а вот воспитание как человека, как гражданина и по профориентации. Сегодня иногда такое впечатление, что в некоторых учебных заведениях отчитали уроки, дети быстро домой за компьютер, и все, никакой внеклассной работы, никаких мероприятий. Поэтому, на мой взгляд, что школа должна взять на себя особую роль в формировании ученика как гражданина, как личности. И этого молодого человека, абитуриента, должна направить, подсказать, куда поступить, что выбрать. Потому что учителя больше знают способности своих учеников. И у нас сегодня учащиеся больше почти полдня и даже больше проводят в учебных заведениях. Вот. Поэтому, на мой взгляд, что именно школа, учебные заведения Гагаузии должны взять на себя ту роль по воспитанию молодого человека, не только как гражданина, но и ему помочь в последние годы в школе сформироваться и поставить его на тот путь, подсказать, направить, чтобы он выбрал то, что ему нужно будет в жизни. А у нас, к сожалению, сегодня очень модно только юристы, экономисты и больше ничего. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие сегодня в нашей программе. Напомню нашим телезрителям и радиослушателям, что сегодня мы говорили о молодежной политике в Гагаузии. Вы нас смотрели на информационном портале Гагауз Медиа и слушали нас на волнах Просто Радио. Берегите себя и своих близких.